Приветствую вас, друзья, на связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я хочу показать вам очень-очень быстрый и очень простой детский карточный фокус. Для того, чтобы вам показать его, вам понадобится абсолютно любая колода карт. Итак, я возьму карты, перетасую их как следует, можно даже подснять пару раз. И возьму какую-нибудь карту, возьму какую-нибудь небольшую, какую-нибудь самую обычную картишку. Вот эту, к примеру, я возьму карту. К примеру, моя карта будет двойка крести. Сейчас, уважаемый зритель, я начну раскладывать на стол вот так вот по одной карте. Вы в любой момент меня остановите, просто скажите стоп. Стоп, к примеру, сказали вот здесь. Окей, хорошо. Эту колоду я разобью вот так вот на две скобочки. Итак, зритель, вы остановили меня сами, когда захотели. Итак, какая это карта? Двойка. Двойка, отвечает зритель. Правильно, двойка. Какая масть у этой двойки? Крестовая. Правильно, масть крестовая. Вот такой вот очень быстрый и легкий трюк, друзья. Давайте смотреть, как его делать. Итак, друзья, для того, чтобы вы смогли показать этот фокус, возьмите абсолютно любую колоду карт, подойдет обычная в 36, потасуйте ее как следует. Теперь вы скажите, что возьмете из колоды какую-нибудь произвольную карту. Но карта будет, естественно, непроизвольная. Вы подсматриваете первые верхние две. Вас интересует значение первой карты и масть второй карты. То есть 7 и крести. Значит, я ищу семерку крести. Я говорю, что карта эта будет произвольная. Ну, к примеру, вот это вот, говорю я. И выкладываю 7 крести. Теперь я говорю зрителю. Здесь вы можете сказать, либо назови любое число, кратное 2. Там от 10 до 20, к примеру, да, то есть там 12, 14, 16, 18. Либо начните сами отлистывать карты, и зритель вас пусть остановит в любой момент. Но желательно, конечно же, чтобы карт было где-то, хотя бы штук 10. Итак, я начинаю сдавать карты. То есть я первую сдаю семерку, вторую сдаю крестовую десятку. То есть зрителю сказали, начинаем отлистывать и про себя считаем карт. Вы должны отложить именно четное количество. То есть там именно вот четное число, я думаю, знают все, что такое, да? То есть число, которое делится на 2. Итак, начинаем отлистывать и про себя считаем, сколько отлистали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. К примеру, зритель сказал стоп на 12, да? Это хорошо. К примеру, если зритель сказал стоп на 13, то вы все равно быстренько еще одну карту кладете, 14. Потому что нам необходимо именно четное количество карт. Итак, 14 карт. Теперь вы говорите, что разобьете их на 2 стопочки. Начинаем откладывать. Раз, 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 раз. Последняя, помним, да? У нас была семерка, я ее последней кладу. Здесь у меня крестовая десятка сейчас лежит. Итак, спрашиваем зрителя, какая карта? Семерка. Вы говорите, верно, семерка. Какая масть? Крестовая. Верно, крестовая. Вот и все, друзья мои. Это был очень легкий детский фокус. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!